26 октября прошла встреча сотрудников университетской клиники «Казань» и ученых Института фундаментальной медицины и биологии. Целью встречи стало развитие университетской клиники, а также возможное совместное сотрудничество с учеными-медиками. Каждый из нас должен найти точки соприкосновения с интересами, с потребностями клиники. Вот я, наверное, в коротком вступлении практически в каждом предложении употребил слово «клиники», где мы с вами находимся. Но для того, чтобы все это произошло, нужно понимать, что здесь делается, какие направления слабо представлены, какие направления достаточно неплохо представлены, и попытаться вот в пределах своих исследований, где у нас они поддерживаются за счет федеральных субсидий, за счет собственных ресурсов университета. В рамках встречи представители Института фундаментальной медицины и биологии ознакомились с устройством клиники, а также пообщались с заведующими отделений, которые рассказали об устройстве своего отделения и возможных совместных взаимодействиях. Одной из главных целей университетской клиники является не только оказание медицинской помощи, но и создание условий для развития медицинской науки и образования. Предполагается следующий, значит, вариант развития. Да, мы сегодня понимаем, что наша инфраструктура достаточно разрознена, есть дублирующие подразделения, которые несут схожую функцию, но мы понимаем так, что это достаточно хорошо развитые базовые, скажем так, площадки, которые можно в дальнейшем, в зависимости от задач, которые будут ставить как наука, так и практика, может дифференцировать в дальнейшем для достижения совместных целей. Итоги проводимых встреч подведут в начале ноября. Руководитель лаборатории и ключевые научные сотрудники трансляционной медицины расскажут, в каких направлениях будут продвигаться исследования в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ и университетской клиники. Диана Шилова, Руслан Уразаев, Универньюз.